Беларусь отмечает День воздушно-десантных войск и сил специальных операций. В Бобруйске праздничные мероприятия начались с возложения цветов и венков на площади Победы. После голубые береты почтили память бойцов, которые выполняли в Афганистане свой интернациональный долг. Также склонили головы у мемориала на Минской в честь павших в 1944-м воинов-освободителей. В Беларуси стартовала республиканская акция «Шаг к успеху». Идея принадлежит общественным организациям. На протяжении августа в детские лагеря будут приглашать деятели культуры, спорта, звезд отечественной эстрады. В беседах с ребятами затронут вопросы личностного роста, достижений нашей страны и перспективы развития той или иной сферы. А после – интерактив и неформальное общение. Накануне вечером в Бобруйске произошел пожар. Очевидцы сообщили о клубах дыма в районе первой проходной Белшины. Как позже выяснилось, горел бытовой вагончик. Спасатели ликвидировали возгорание, пострадавших нет. Сам транспортер полностью уничтожен. Специалисты проводят проверку. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем. В Бобруйске начал свою работу школьный базар. Торговые ряды разместились по улице Социалистической, на пешеходной зоне от Карла Маркса до Дзержинского. Городские предприятия и предприниматели предлагают широкий ассортимент товаров. Одежда, обувь, канцелярские принадлежности, рюкзаки. Практически все изделия отечественного производства. Завершится торговля 4 сентября. Стало известно, что свои первые матчи 21 и 22 сентября против СКА «Варягов» «Динамо-Шинник» проведет в Минске. Хотя изначально базироваться команда должна была в Бобруйске. Причина – бортовая система, которая не соответствует требованиям КХЛ. Работы уже начались и займут несколько месяцев, после чего клуб сможет вернуться на домашний лед.